Команда в неплохом состоянии. Ребята занимались. То есть не только отдыхали, но уже ближе к концу отдыха начали заниматься по программе, которую составили тренерский штаб. Сейчас они в неплохой форме, но уже в точной форме будет понятно на поле. Никто сильно не набрал. Примерно все ушли с таким же весом, как и пришли. Чувствуют себя хорошо. Ну, никто на отдыхе никаких бытовых травм не получал? Нет, серьезных нет. Может быть, их эмоционально. Так нет. Все здоровы.